Давайте с вами вспомним многих интересных предпринимателей, ученых. Олег Тиньков, Илон Маск, Альберт Эйнштейн. Что объединяет всех этих людей? Они все были целеустремленные, они каждый очень любили свой продукт, они были очень энергичны. Это люди, которые шли за своей мечтой. И еще одна важная особенность, которая всех их объединяла, это любознательность. Если мы с вами посмотрим на все открытия, которые были совершены в мире, мы увидим, что открытие было совершено всегда человеком, у которого в голове возникал какой-либо вопрос. Например, наш с вами соотечественник Александр Федорович Можайский. Это человек, который смог в первом таком, знаете, формате произвести некое подобие летательного аппарата и оторваться на нем примерно до 2 метра от земли. То есть это человек, который задался вопросом, а как человек может летать. В свое время даже у Альберта Эйнштейна спросили: «Альберт, скажите, пожалуйста, как вам удается быть таким умным человеком?» На что он ответил: «Знаете, я не умный, я просто очень любознательный». Что нам позволяет быть любознательными, друзья мои? Это, конечно же, такой инструмент, как вопросы, а вернее, навык задавания вопросов. Давайте посмотрим с вами, где уже вообще полезно развивать этот навык. Я думаю, вы знаете, что большинство из самых, таких, знаете, крутых, именитых переговорщиков, дипломатов — это люди, которые умели очень хорошо задавать вопросы. Наш с вами соотечественник Андрей Громыко, Бенджамин Франклин и многие-многие другие. Если мы с вами посмотрим на вопросы, например, в теме продаж и переговоров, да? Всегда, кстати, есть одно интересное правило, что переговорами всегда управляет тот, кто задает вопрос. Было проведено одно очень интересное исследование в конце 80-х в Америке. Один исследователь, Нил Рекхам, основал исследовательскую компанию, приходил к самым крупным игрокам рынка, мировым компаниям, и предлагал им провести исследование. Он говорил: давайте я проведу исследование, проанализируем то, как работают ваши сотрудники, и я покажу, как можно усилить отдел продаж в ваших компаниях. Исследование в комплексе длилось около 8 лет, они проанализировали порядка 10 тысяч встреч и пришли к одному выводу. Они сравнивали людей, которые работают в одной компании. Одинакового дресс-кода, одинакового по возрасту, одинаковая длительность работы в компании. И вывели всего одно отличие от более успешных менеджеров, в отличие от менее успешных. Более успешные, оказалось, задают примерно на 63% больше вопросов. Потому что если спрошу вас, о ком больше всего любит рассказывать человек, ну, конечно же, вы, скорее всего, ответите мне, что о себе. А для того, чтобы человек нам что-то мог о себе рассказать, мы, конечно же, должны задавать ему вопросы. Вопросы — это уникальный инструмент, они нам позволяют получать информацию, выяснять потребности, позволяют в целом выстраивать диалог, потому что ни один диалог без вопросов, конечно же, невозможен. Вопросы полезны не только в продажах, в дипломатии, они полезны в маркетинге. Да? Есть два очень классных, крутых вопроса в маркетинге, почему нас покупают и почему нас не покупают. Если периодически задавать своей компании эти вопросы, можно найти очень много интересных открытий. Индекс лояльности потребителя, да, насколько нас наши клиенты готовы рекомендовать, это тоже, по сути, про вопросов. Поэтому, друзья мои, вопросы — это то, что всегда нас будет вести к развитию. И с одной стороны, вроде бы казалось понятно, надо просто начать задавать больше вопросов, быть более любознательным. Но я думаю, у каждого из нас с вами в голове хоть раз возникал некий страх. Если сейчас задам вопрос, а может быть подумают, что я глупый, а как я сейчас буду выглядеть со стороны? И здесь у меня есть для вас один очень интересный ответ. Вспомните маленького ребенка. Давайте представим, маленький ребенок возраста примерно 4-5 лет. Если я вам задам вопрос, что объединяет такое явление, как маленький ребенок и вопросы? Вы мне, скорее всего, ответите: ребенок задает огромное количество вопросов. Друзья, средняя мировая статистика, ребенок в день задает примерно 300-400 вопросов. Маме, папе, бабушке, дедушке, куда-то в небо, игрушкам, он постоянно спрашивает. Ребенок очень любознательный. Второе, обратите внимание, ребенок не боится задавать вопросы. Вряд ли в виде ребенка, который, не знаю, нашел какой-то новый предмет, никогда его не видел, понятно, он сначала поизучает в руках, а потом, скорее всего, подойдет к маме, да, и спросит: мама, мама, а что это за предмет? Вряд ли он подойдет, скажет: мама, мама, она берется на него, посмотрит, он подумает: нет, не буду спрашивать, подумает, я глупый или навязчивый ребенок. И отсюда возникает вопрос, кто учит ребенка задавать вопросы? На самом деле, друзья, никто. О чем это говорит? Это говорит о том, что навык задавания вопросов — это тот навык, который заложен в нас природой, заложен в нас на уровне ДНК. И обратите внимание, ни один взрослый не развивается с той скоростью, с которой развивается ребенок. Почему? Потому что он задает огромное количество вопросов,
потому что он не боится задавать эти вопросы. Еще, друзья, вы знаете, вопросы очень полезны тем, что они нам позволяют в разы сократить количество ошибок. Всегда, когда мы с вами принимаем в жизни решения, мы основываемся либо на факты, либо на мнение. Так вот, как раз вопрос — это тот инструмент, который позволяет нам с вами научиться опираться на факты, то есть как минимум что-то выяснять, узнавать, получать какую-то информацию. Давайте простой пример. Вот представим, что, например, я заводчик собак. Вы пришли на выставку, хотите купить себе собаку. То есть я в целом понимаю, что вы пришли, вы ищете собаку. И я, не задавая вам никакие дополнительные вопросы, я вам начинаю сразу делать предложение. Говорю: друзья мои, смотрите, у меня есть для вас одна очень классная, интересная порода собак, которая вам точно понравится. Маленькая, вот такая вот коричневая такса. Родитель родословный, знает все команды. И вот представьте, у вас много человек в зале, и я спрошу, кто из вас сейчас готов купить у меня таксу? Уверен, что поднимется одна, максимум две руки. Почему? Потому что, с одной стороны, я понимаю, что у вас есть потребность, вы хотите купить себе щенка, собаку, да? По сути, но с другой стороны, что я сделал? Я додумал сам, за вас. Я представил, что, ну, например, мне нравится порода таксы, я посчитал, что, наверное, это та собака, которая действительно подойдет вам. И вместо того, чтобы задавать какие-то уточняющие вопросы, я просто начал вам, соответственно, предлагать. Вот такое большое количество ошибок мы с вами совершаем и в переговорах, и в продажах, когда клиент нам не сказал какой-то факт, а когда нам даже нужно бывает озвучить какую-то стоимость, мы сразу думаем: господи, а какую же скидку я могу ему дать? Хотя мы не знаем, какой уровень нормы у клиента, что для него дорого, что для него дешево. И я могу сказать, что очень часто как раз в продажах большинство сделок совершается со скидкой именно потому, что менеджер сам решил, что а вдруг клиенту это будет дорого, и сам первый начинает предлагать ему скидку. Знаете, мне очень нравится такое выражение, что вопросы — это каркас, на котором строятся ответы. Если вы не задали вопрос, то ответу некуда прийти. Поэтому, коллеги, чтобы совершать в жизни меньше ошибок, когда вы принимаете решение, просто задавайте себе вопрос. То решение, которое я сейчас принимаю, основывается на фактах или на мнениях? Очень часто как раз уточнить и узнать эти факты нам с вами позволяют вопросы. Если мы с вами хотим добиться большего в той отрасли, в том деле, которым мы занимаемся, я, друзья, призываю вас начать задавать больше вопросов. Задавать вопросы себе, задавать вопросы своим клиентам, задавать вопросы своим коллегам. Если вы руководитель компании, то создавать в своей компании атмосферу, в которой будет принято задавать вопросы. Мы даже не можем научить человека, знаете, так вот, насильно засунуть ему в голову какую-то информацию. Но наша задача, если мы хотим кого-то чему-то научить, мы должны создать некий вопрос в голове этого человека, то есть вызвать у него некий интерес, некую любознательность. Поэтому, если вы в чем-то хотите даже убедить вашего собеседника, учитесь задавать вопросы. Спрашивайте людей о их вопросах, проблемах, ситуациях, и тогда ваше общение, ваши коммуникации и ваш путь развития, он будет проходить гораздо легче и быстрее.